Волонтеры БРСМ Гродинщины долучились до акции «Мы выбираем допомогу пожилым людям». У ее рамках активисты выступают с пропановой оказать информационную поддержку и доставить продукты и товары первой необходимости всем тем, кто в этом имеет потребу. Заявки отсталых граждан поступают на горячую линию, которая работает с 8:30 ранницы до 6 вечера, 6 дней на тыдні, с понеделка по субботу. Первые, кто отгукнулся на заклик – 20 волонтеров организации «Доброе сердце» и «Червоного крыжа». Молодые люди прошли специальное навучание, оказание поддержки сталым горожанам у эпидемиологичной ситуации. Теперь в вольный от учебы час совместно с центрами социального обслуговывания насельництва яны накировываются у пэўныя дамы, каб допомогчи пожилым людям и ветеранам. Чарговый адрес, куда прибыли волонтеры, стала улица Тирашковой, кватеры, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич. Всегда необходимо это, в первую очередь, хлеб, молоко, кефир. Бывает, они просят что-нибудь вкусное, там, печенье. Вот. Всегда принимают нас хорошо, всегда нам рады, ну и мы рады помочь. Главный принцип – это, конечно же, меньше контактировать с гражданами пожилого возраста, чтобы вообще не было этого контакта. Конечно, чтобы наши всегда были волонтеры в масках, в перчатках, чтобы, допустим, если они какие-то информационную раздатку несут, то это должно быть вообще бесконтактно. А кроме такой послуги, как доставка продуктов и товаров первой необходимости, потлумачили волонтеры, з'явилась потреба у психологичной поддержки и увазе. Такое содействие оказывается при допомозе телефонной связи. А проч того, волонтеры у сотрудничестве с городскими поликлиниками ожидают доставку сталым гродинцам по адресах рецептов.